обезвредили вооруженных преступников в лесу. В Саратовской области подразделения Росгвардии провели комплексные тренировки. Действия управления наземными подразделениями координировались с воздушного пункта вертолетами Ми-8. Насколько обстановка была приближена к реальности, оцените сами в нашем сюжете. Поддержка с воздуха и поиски преступников на открытой местности. В Саратовском районе масштабные учения Росгвардии. По учебной тревоге подняты более 200 сотрудников специальных подразделений ОМОН и СОБР. Внимание, личный состав! Объявлен сигнал тревога. По легенде учений, незаконная вооруженная группа скрылась в лесистой местности. Поиск велся с воздуха. Был блокирован участок местности с находящимися там противниками. Все попытки вооруженных бандитов вырваться были пресечены бойцами ОМОН. В ходе этих учений были отработаны элементы взаимодействия. Даю высокую оценку. Видно, что люди готовились, тренировались, соответственно, и достигли высоких результатов в выполнении поставленных задач. Одной из главных задач, по словам руководства, была отработка взаимодействия различных подразделений Росгвардии. Эта цель также была достигнута. Нина Цапайкина, Денис Титаренко, Саратов 24.